Bring your name! It's near my end of the sun! Мы очень любим ваш город, очень любим его за то, что он долгое время нас здесь терпел, наше присутствие. Мы здесь репетировали несколько лет на даче Багратиона, и здесь были написаны, я считаю, что одни из лучших наших песен. Спасибо, Пушкин. We'll be right back.
будет самый чистый свет. И поймешь, что жил, ты не зря тогда останешь свет. Спасибо, Пушкин. Yeah.
снегопады и метели, снова наведи взгляд. И любви от поверья будут мир и война. Новый редкий завет и двойная цена. Ты веселый сюжет. Ты жизнь свою прожил не зря. И хоть смытый волною следы на песке, мир наш превратились в моря. Но песни твои и тогда не утонут бездонной на сне. Смерти станет жизни твоей опрометчивый стихи. Желез под утро не стыути. Если нет ран, можешь знать, когда кончится пухлой земной. Сердца, но в жизни уже не ночь. Это была группа Кома. До новых встреч. Мы хотим воздать должное тем, кто участвовал в первом фестивале. Поэтому «Надежда года 1991», группа Кома. Спасибо вам за все, что вы сделали для рок-н-ролла в Царском Селе. Спасибо. Мы, по-моему, вечная надежда, вечно молодая надежда каждого года, каждого нового года. Наши девушки вот из студии Passion Dance вручают вам наши традиционные сувениры. Там хрустальное яйцо в форме, собственно говоря, нашей, символа нашей премии. Это вот это вот яйцо. Пожалуйста, девушки, вручайте. Уже можно. Ну и диплом от Пушкинской медиагруппы, от администрации Пушкинского района. И комплект струн. Возможно, он вам пригодится. Спасибо вам за вашу долгую жизнь в рок-н-ролле. Это очень-очень ценно для нас всех. Мы всегда будем помнить, с чего начинался рок в Царском Селе в 91-м. Спасибо вам.
Спасибо всем тем, кто пришел сегодня на эту номинацию, организаторам в первую очередь. Мы всегда догадывались, что мы парни с яйцами на самом деле. Но теперь у нас на всех еще на одно яйцо больше. Спасибо вам. Ну вот, как-то так.